1983 году выходит на рынок Famicom, Family Computer. И детишки азиатского рынка вовсю уже ругаются 8-бит игры, которые уже похожи на полноценный продукт. Как сейчас говорят, индустрия гейминга. Дело в том, что это и есть начало полноценных игр. Где есть сюжет, боссы, есть саундтреки, есть атмосфера и возможность проходить игру с другом. В это же время советское детское пространство бегает по улице, стреляя из палки, играя в войнушки. И вроде бы это круто, ведь важно вливаться в социум, жуя хлеб с маслом и присыпанный сахаром. Но рождается мое поколение 90-х, и на наш рынок врывается Made in China. Adidas костюмы, свитер с оленями, джинсы Levi's уже интересуют подростков гораздо больше, ведь это что-то новое. В 92-м году у нас появляется возможность играть в 8-бит игры, а именно Dendy заходит на наш рынок и между собой шушукаясь дети обсуждает приставочку, которую им купили родители. Слоненок Dendy — символ нашего детства и символ приставки Dendy, что является клоном оригинальной приставки Famicom. Появляется в каждом доме теперь такая приставка все чаще и чаще из-за недорогой цены. Но все же далеко не дешевый. Приставка Dendy — это что-то новое и полноценное, чего не хватало доселе. По вечерам можно теперь проходить Марио тайком от родителей, а не заниматься уроками. Моего друга отец работал на заработках на севере. Однажды в школе он говорит, что папа приехал домой и подарил ему с братом Dendy. Хрен его знает, что такое, подумал я. Но звучит уже как что-то твое, что у тебя не отним. Мы учимся во втором классе и уже в попыхах одеваемся в куртки, на дворе зима еще и холодно. Спешим к нему домой из школы, чуть ли не бегом, так как там стоит заветная приставка Dendy. И нас ждет картридж 9999 игр в одном. И есть та самая игра Mario Bros. И Contra. Какие 8-бит консоли бывают или были в продаже? Конечно же, классика и оригинал — это Famicom, Family Computer. Регион NTSC 60 Гц, а в Европе PAL 50 Гц, где игры идут медленно, как на Dendy. Такая приставка считается коллекционной, но имеет недостатки в современных реалиях. Она не имеет разъем подключения AV типа тюльпаны и требует установки платы AV-мод. Такая приставка стоит в районе 1500 гривен, либо же 5000 рублей минимум. Иногда бывают варианты в продаже уже с готовым AV-модом. Дальше всем известная Dendy, которая работает всегда в режиме PAL 50 Гц. Игры идут медленнее, чем NTSC 60. Вариантов Dendy внешнего исполнения было просто море. Classic Dendy, Junior Dendy, Stipler. В двух вариантах точно разного внешнего исполнения. Приставка Dendy имеет на борту разъемы AV и уже может без проблем подключаться к современному ТВ. Также очень часто продавалась приставка Super в прекрасном черном цвете и косяком вечного выхода из строя одного из джойстиков. Работает Super в регионе PAL 50 Гц и также имеет на борту AV разъемы для подключения к ТВ. А также у многих ребят в детстве была приставка Лифа, которая также по-своему красива, но вошла в историю как приставка, не всегда запускающая картриджи от Dendy. Плакали от этого дети, отчего очень часто хранилась она в коробке на шкафу, покрываясь пылью. Новодельных приставок 8-бит тоже очень большой список. Retro Genesis 3 со встроенными играми и поддержкой картриджей. Внешне почему-то похожа на Sega, в том числе и геймпад. Retro Genesis Classic с проводными и беспроводными геймпадами. В Украине такая приставка выпускается под брендом 2E,
На борту имеется список из неплохих 8-битных игр в количестве 200 штук. Все варианты новодельных приставок 8-бит имеют на борту список встроенных игр и являются не эмулятором, а реальным консольным железом, где нельзя сохранить игру, так же как на Денди или Famicom. Все приставки имеют разъемы для картриджей с играми. Некоторые комплектации приставок имеют в комплекте уже два беспроводных геймпада. А также новодельные 8-бит приставки имеют большое преимущество над старыми консолями. Версии с беспроводными геймпадами, благодаря разъему HDMI на борту, имеют возможность подключения к современным плазмам и телевизорам. Современным мониторам, квадратным мониторам, ну вдруг если у вас такой имеется на кухне. Короче кажучи, хочу уже распаковать свою первую 8-бит приставку, посмотреть комплектацию, сделать выводы для себя и вам что-то подсказать. Всем еп, поиграл мои квадраточи. Сегодня на обзоре у меня приставка Family Compact. Вот так выглядит коробка. Это передняя часть. На видео, возможно, коробочек выглядит дешево, но поверьте, вживую довольно симпатично. Вот честное слово. В честь того, что каналу 4 года, я хочу распаковать вместе с вами эту 8-битную консоль. Если вы не поняли, прикол в том, что она довольно-таки современная. Своей приставки у меня в детстве не было никогда, Денди, и... это моя первая 8-битная консоль Family Compact. Консоль существует во многих вариантах. Конкретно этот вариант с Full HD имеет два проводных геймпада, а не беспроводных. А вообще комплектации, в принципе, если касаться Family Compact, это FC Compact называется приставка, если искать на Али ее. Вот это товар с AliExpress. Продавец покупал ее на Али, сказал, что у него есть еще вторая такая. Встроенных 188 игр, если я не забыл это вначале сказать. Сбоку у нас есть наклеечка, вот эта желтая. Напоминает, как лазерная указка в детстве была. Продукт From China, куплен на AliExpress, но не мной, а я уже, получается, как бы перекупил у человека готовую консоль. Посмотрим, из чего состоит комплектация, что из себя представляют геймпады, какого они качества. И я хочу подключить эту приставку к старому монитору. 4:3, Samsung BF740 с откликом 2 миллисекунды. Давайте приступать. Находится. Я, если честно, ее еще не распечатывал. Я буквально на почте в нее заглянул. То есть я даже не знаю, что там внутри происходит в коробке. Вживую выглядит очень даже. А на видео выглядит более дешевле. Опа! Так, заботливый продавец. Красный, белый, желтый. Подключение к старому телевизору. AV-провод, проще говоря. Вот. HDMI провод в комплекте. Если вы будете брать другую комплектацию консоли, она бывает с HDMI, она бывает AV, она бывает с проводными и беспроводными геймпадами. Поэтому, если себе берете такую консоль, нужно смотреть внимательно. Дальше. О-о-о! Робокоп! Да ладно! Смотрите! Это ли не чудо? Это ли не чудо? Робокоп! Да, продавец еще говорил, что положит мне в комплекте два картриджа. Вот такое вот чудо. Вот такое вот золото. Duck Hunt, Tank Mario и Доктор Марио. Я ж покраснел, капец, какой кайф, вау. Пусть это сокровище здесь полежит. Блок питания. Питается, если вы смотрели начало видео, консолька питается... от USB провода, микро-USB. И в комплекте идет блок питания. Блок питания вообще невесомый. Мне кажется, если взять от телефона блок питания, гораздо будет лучше. Но берите до 1 ампера. Это, скорее всего, важно. Больше, наверное, не стоит. Если у вас есть какой-то облачок 0,9-1 ампер, я думаю, ей будет предостаточно.
А вот именно качество его, ну, проводочек, чтобы вы понимали, вообще. Прекрасно. Дальше у нас геймпадики. Шикарно, шикарно. Второй геймпад. Здесь почему-то лежал второй геймпад с этой стороны. Кнопочки не громкие, ничего не тарахтит. Вот смотри, со всей дури нажимаю, ничего не люфтит. Единственное, что у вас, скорее всего, может быть комплект, когда кнопки, как на геймпаде от PlayStation, то, грубо говоря, вот так. Вот, вот такой первый геймпад. Кнопочки также само нажимаются мягенько. Select и Start есть на обоих геймпадах. На первом и на втором. Ну и, собственно, сама консоль. Блин, ну мне приятно, пацаны, честное слово. Я нереально ждал. Вот она. Ай-яй-яй. Фэмили, мать его, компьютера. Давайте чуть-чуть фокусировочку сделаем. Шикарно. Кнопочка Power. Кнопочка Reset. Скрытие покажет. Хорошо, шторочка есть. И сама консоль не белая, как здесь отображается. Она такая приятного кремового цвета, что ли, я не знаю. Это переключатель, будто бы... что-то там придумано для... Этот человек сам сделал. Здесь внутри идет проводок, который замыкает и переводит консоль то ли в PAL регион, то ли что-то типа такого. Внутри радиоприемник, то есть он почему-то остался, а почему-то геймпады в комплекте проводные. Что у нас с обратной стороны? Ну, такие же прорези, как на оригинальной консоли Famicom. 0,5 ампера почему-то здесь написано. Облачок вообще гораздо слабее. Поэтому, я думаю, до 1 ампера, в принципе, хватит ей, что ли. А у нас тут находится что? У нас тут находится питание. Кстати, от пауэрбанка вроде как можно. Аудио-видео-аудио. Получается, может быть, даже стерео. И разъемчик HDMI, к которому прилагается, собственно, сам кабель. Кстати, а что если подключить к ней совсем другой геймпад? Что она нам скажет в ответ? Здесь есть наименование подключения, все на английском написано. Вот так. Ну все, собственно. Складываем это дело в коробочку. До новых встреч. Ладно. Мы нажимаем Power. Так. И что у нас там не так? О, звук стерео, шикарный. А звук хороший, я вам отвечаю. И бас есть. И стерео звучит. Неплохо так. Говорят, Китай, Китай. Так. Да не то, что неплохо. Норм вообще, абсолютно норм. Так, телефон же будет писать звук. Ну, я если что, потом сведу. Да, но сигнала нет на монитор почему-то. Неужели не будет сигнала никакого? А это обида. Ну, придется свой ГА то же самое делать. Друзья, я попытался подключить к старому монитору с помощью HDMI переходника. Сигнал, у меня ничего не получилось. Значит, какой мой был переходник? Он выглядит вот так. И здесь HDMI. А как я его подсоединял? Идет HDMI кабель от приставки. Сюда вход получается. И вот этим разъемом надевается на разъем в самом мониторе. Это неправильно. Не дает картинку такой вариант. С помощью VGA переходника на кабель VGA. С HDMI на VGA.
Неужели картинка есть? У меня все получилось сделать. А, почему? Потому что здесь идет HDMI изначально. Сюда входит VGA кабель от монитора. И обычный VGA кабель подключается к монитору. Нет картинки. Поэтому, да? Чтобы подключить DVI, работает такой, скорее всего, вам нужен вот по типу такого переходничок. Здесь также есть, чем хорошо. Ну, звук хороший. Здесь также есть 3,5 мм джек, куда вы можете подключить провод и вывести звук на... Звук реально жирный. Ну, на отдельные носите, на колонки, на музыкальный центр, на Bluetooth-колонку. Вот, можно с помощью этого переходника. И получается DVI. Вам нужен не такого типа, а нужен именно вот такого типа. Чтобы шел HDMI провод, который дает исходящий сигнал из консоли. Сюда подключается DVI провод. То бишь мама. Ну, сейчас по VGA. Сюда входит папа, имеется в виду провод DVI. Надо более жирнее брать переходник. И он уже подсоединяется к самому монитору. Вот эта штука, этот переходник, это моя голову, ошибка. Таким способом ничего не работает. Ну ладно. Так, ну подожди. Это без... Опа. Вот тебе и картинка. Без док питания. Так может мы сейчас HDMI попробуем? Хо-хо-хо-хо. Кстати, непонятно, насколько оно помещается. Шикарно видно на экране. Вот, подсоединен магнитофон, AUX, левый-правый канал. Играет стерео, отдельно тут канал, отдельно тот. Аналог 45 кГц, 60 Гц, 1280 на 720. Ага, вон оно в чем дело. Так. Звук передается по тюльпанам, левый-правый канал играет, получается стерео, ну не знаю, по моим ощущениям стерео, один на каждый канал играет. Выведен с приставки магнитофон на AUX разъем, вот, тюльпанами красным и белым, а видео не задействовано. Вот таким образом все выглядит. Так, вот собственно сам провод VGA идет от монитора. Картинка выдается на монитор. Старый Samsung BF740. Просто нереально моментальный. Не сравнить с эмуляторами. Я этого и хотел добиться. Почему я, собственно, и купил консоль. Это кайф. Отклеивается уже панелька вот эта. Ну, что страшного, главное, чтобы сам геймпад работал. Так, как выбрать язык? Старт. Adventure Island. Это божественно. Тормозное. Так, ну класс. Класс, что сказать. Я думал, будет экран отсвечивать. Ну да, кстати, цвета вообще неправильно передает, зараза. Как же это исправить дело? Как же это дело исправить? Они такие приятно желтые. Так. Silicon Play. Ну, отклик четкий, смотрите. Вообще. Отпускает. То есть я буду отпускать. Не знаю, может, ну, геймпады как бы новые, понятное дело. Сколько они проживут, неизвестно. Приседает вообще моментально. Классно, вообще без задержки играется. Кстати, все игры должны идти в, не в PAL, а в 60.
Как же тут пройти? Кстати, наискосок. Странно как-то происходит это все дело. Есть Rockman, Adventure Island, Черепашки Totless 3, Супер Контра. Блин, я тут напрыгался с этими переходниками, у меня же болит все что угодно. Спина стала капец. Так, как бы картинка приятная, картинка из 90-х. Даже подключая к монитору, к современному, она все равно такая, то есть белые буквы, они не белые, а желтые какие-то. Полностью шрифт не помещается, правильно, в экран? Не помещается. Так, переключаюсь. Начальная заставочка, ничего плохого я не вижу. Приятное такое размытие, но оно абсолютно не напрягает. То есть и пиксели видны, края пикселей, и при этом все норм. Какой-то фоновый шум есть. Есть, да. Видимо, относится к самой игре. Тут, скорее всего, консоль ни при чем. Кавабанга! Нормально. Ральф Майк Дон. Ну давайте залево. Шакалево. Окей. Let's start. Let's go Totless. Давайте вперед, черепашка. Смотрите. Нажатие. Даже камера может быть не успевает. Вживую вообще никакого input лага нет. Вот. Раз. Вперед. Назад. Вверх. Срабатывание моментальное. Потихонечку, сильно, вообще без проблем. Ну вот родные геймпады только вот такие. Потому что в других версиях консолей, допустим, Retro Genesis Classic, там идут ромбиком. NTSC 720p 60 Гц. То бишь 1280 на 720. Картинку я переставил на телевизоре. Таким образом, что выбрал режим исходный. Было 16 на 9, я выбрал исходный. И все нормально, все в порядке. Насчет беспроводных геймпадов, которые идут в Retro Genesis Classic, их там есть две версии. Есть проводные геймпады, есть беспроводные. В беспроводных большинство обзоров говорят, что input lag незаметный. Абсолютно не то, что нам нужно. Убираем 4 на 3. 4 на 3 на большой диагонали играется гораздо удобнее. Длина у геймпада около 1,10 м, где-то вот так. В принципе, позволяет от консоли на какое-то расстояние отойти. Не совсем куцые провода, настолько, чтобы вот тебе всегда приходилось возле консоли сидеть. Сам VA кабель, если подключать к старому телевизору, длина кабеля составляет где-то 1,5 м, может быть и 2. Он довольно-таки длинный, но у самого облачка, через который питается консоль, у него размер... Длина кабеля составляет 50 сантиметров, поэтому вам нужна под боком розетка. Даже с AV-модом на родном Фамиконе, Фамиком, не добиться такой картинки. Ну, либо же она будет приближенная, но ничем не хуже. Опять-таки, если вы покупаете Dendy или Subar, там будет 50 Гц и регион PAL. То бишь, игры будут идти медленнее, чем здесь. Итоги, потому что список игр большой, нет смысла его смотреть. Поверьте на слово, где-то 50 игр вам будут полезны. Нету в списке игр, к примеру, легендарных Лягух. Нету Battletoads и Battletoads and Double Dragon
или Devil Dragon второй части этой игры. Значит, моя комплектация — это HDMI разъем на консоли, но проводные геймпады, которые мне понравились, пользоваться ими удобно. Поначалу, может, непривычно, если вы давно вообще ими не пользовались. Вот. Отзыв хороший, отклик, нету никакого input лага. Пользоваться можно, насколько долго их хватит, этого непонятно, конечно. Но всегда есть в запасе второй геймпад, который, в принципе, будет у вас, если что, подстраховочным. Так вот. Также третий вариант консоли — это с беспроводными геймпадами. Там также есть HDMI. В комплекте консоли всегда есть VA кабель. Всегда есть два геймпада, зарядное устройство. То есть блочок питания с микро USB разъемом, который можно, в принципе, заменить любым телефонным проводом. Вот, к примеру, вот таким, который вам позволит подключать консоль гораздо дальше, чем розетка, потому что длина кабеля всего 50. Вот, и вам нужно, чтобы консоль была рядом с розеткой. При этом длина кабеля составляет VA кабеля, который тюльпан, который выдает звук и сигнал. Его длина составляет около 70. Что по поводу игр Battletoads и Battletoads and Double Dragon вторая часть. На этой консоли на втором уровне игра зависает во второй части. Об этом говорят многие обзоры. И это касается, по-моему, может быть, даже и Retro Genesis. Поэтому это проблема всех новодельных консолей. Советует использовать картридж более старого, 90-х годов. Но мне попадались видео, где человек объясняет, что нужно не прыгать в телепорт, либо прыгать. То есть один из этих вариантов дает возможность проходить игру дальше без проблем. Это один такой из минусов, такой, может быть, для кого-то существенен. По поводу звука консоли, вы можете, как я делал с монитором старым, там нету колонок, и я выводил звук с помощью тюльпанов, не задействуя видеосигнал. То есть белый-красный, по-моему, это левый-правый канал, и можно выводить, допустим, музыкальный центр. И звук мне понравился, нормально все. Низкие частоты слышно. Вот. На телевизоре до 32 диагонали картинка хорошая и не вызывает никаких нареканий. Пиксели выражены, не сделаны так, как это выглядит на эмуляторе, и выглядит неестественно. А вот есть ощущение той ностальгической картинки, которую выдавал старый телевизор. Плюс у вас есть возможность подключать консоль через тюльпаны. Пожалуйста, у вас есть такая возможность. Вот, значит, такой вердикт. Вот, Family Computer Psi Compact можно заказать на AliExpress. Retro Genesis можно купить в российских магазинах. Также клоном Retro Genesis является на рынке Украины консоль под брендом 2E. Так, в принципе, консоль всеядна и воспроизводит все современные картриджи, все стародельные. Вот. Ну, естественно, картридж может не работать. Это абсолютно не зависит от той консоли, какая у вас есть. Просто, возможно, даже картридж не рабочий. Я лично брал ее с доставкой, и она обошлась меньше, чем 3000 рублей. Вот. Хорошая цена для нее будет с доставкой, я думаю, до 3000 рублей или до 1000 гривен, потому что большего, скорее всего, такая вещь не стоит. А там уже дело ваше, выбирайте, покупайте, смотрите. Надеюсь, мой обзор вам был полезен, чем-то помог в плане подключения консоли, в плане разъяснения вообще, какие бывают консоли. Не забывайте, что лайки — это наше все. Я
Хотел бы, чтобы вы написали свой комментарий по поводу ваших ностальгических историй из детства. А какая у вас была консоль? Будут еще видео, скорее всего, по ретро-приставок. Поэтому спасибо. Увидимся на стримах. Извините, пожалуйста. Что такое Game Boy, вы знаете? Нет. Нет. Что такое Game Boy, знаешь? Game Boy? Да. А это хорошо. А это хорошо.